Христос посреди нас. Так, подожди. Подожди маленько, сейчас я включу. Только закончил, уходите в это время. Я не могу выйти даже встречать, тут телеком должны приехать ремонтировать. Христос это... посреди нас, Геннадий Тихонович. Был и будет. Кто я у вас есть время на меня? Ну, хоть немножко будет. У нас уже 8:54. Так, кто вы такой, откуда и зачем? Я Александр, это Америка, штат Вашингтон, север Америки, да. Возле Канады. Да, да, я читал. Да. У нас все записывается, и... выставляется в интернет, вы не против? Нет, не против, нам скрывать нечего, можно. Говорите. Ну, вы знаете, вы же бывали в Америке, это страна протестантская, и я часто нахожусь в кругу неправославных. И у нас возник такой разговор, ну, меня спросили, вот ты православный, вы молитесь об усопших, а их участь, она не может поменяться, так как приводится место Писания про Лазаря и богатого и Лазаря. И вот Господь сказал, что вы не можете переходить оттуда сюда, оттуда сюда. И я говорю, все шли до Христа, пока Господь умер и воскрес для нашего оправдания, все шли в ад. И некоторые шли на лоно Авраамова, праведники. Но лоно Авраамова, это же не рай. Это же не рай. Рай, в рай вошел первый разбойник. И у нас возник такой вопрос. Они говорят, а зачем вы молитесь об усопших, если их участь не поменяется? А я говорю, до общего суда их участь может поменяться. Мы лишь просим, так как у Бога все живы. Мы не знаем, поменяется, не поменяется. Это будет Бог решать. Вы не могли бы, опираясь на Святое Евангелие, более прояснить этот вопрос для протестантского мира? Знаете, только сегодня я прочитал ролик один, посмотрел, священник именно этот вопрос отвечает. И он там все приводит, места Писания, жития святых и другое. Вопрос этот уже отвечен многократно. Я ничего к этому не могу добавить. И протестанты говорят не на пустом месте. И мы должны прислушаться. Они говорят, Лазарь, и вы ответили правильно, и вам не возразишь. Потому что первое послание к Коринфянам 4:5 говорит, не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не ответит сокрытое во мраке. Никак прежде времени. То есть прежде времени решать, что он в раю, вот эта канонизация, и анафеме предавать и проще. Не знаем, потому что иногда дошел, написано, многие потерпели кораблекрушение в вере. В вере, а не просто по баптистски, я спасен, значит, все, уже ноги с облаков свесил. Не так. А многих, о которых Павел говорит, говорю со слезами, стали враги страданий Христовых, креста Христова. А бывает так, Павел говорит, я спасен в надежде, не достигну ли и я, так достиг меня Христос. То есть он знает, готовится мне венец правды, все, но никто не знает. Вот стоит Антоний Великий, Памва, и видит, там, речь в одном человеке, им глаза открыты. Ангел берет душу, это... Душа идет по мытарствам, как у нас принято, ну, житие Василия Нового, Феодора Цареградского, там, блуда, пьянство, гнева, так вот, 40 дней, 20 мытарств пройти надо. И он прошел, все эта душа прошла, он говорит, спасен, он говорит, нет, подожди. И он идет уже, последние бесы от него в сторону, ничего не имеют, все лгут. И, наконец, дверь открылась, небо показано, рука протянулась, никого не видно. Эта рука берет душу. И закрылась дверь, он говорит, слава тебе, Господи, еще один спасся. То есть, это для нас как бы, ну, веришь ты, не веришь, но смысл понятен. То есть, рано не надо, ни те, ни правы, ни другие. Мне напоминается разговор Конфуция. Не христианин, но к нему подошли и говорили, вот мы возжигаем курение на могилах, там одни больше, другие меньше, мы молимся. У них Бога-то нету, Будда это не Бог. Это человек, достигший состояния нирваны, покоя вечного. У них тысячи этих богов. Он говорит, если я скажу, что польза есть, что вы молитесь там на могилах, там, ну, православные считают, то вы с кладбища уходить не будете, забудете о мирских делах. Если скажу, никакой роли не играет, вы их и хоронить не будете. Умрешь, узнаешь. Умрешь, узнаешь. Вот это вот и есть. Мы ничего не знаем.
но я православный. Я могу одно сказать, для любви нет преград, определенно. Любовь никогда не перестает, так написано. И поэтому, ну что мне делать, как жена Давидашвили похоронил сына внезапно, которому она все передала, как царица сирийская, и вдруг внезапно его зарезали, она с ним ложит телефон в могилу, она не верит, что он умер, ее говорят, умер, уже все, уже 10 дней прошло. Теперь разрядился телефон, она велит раскопать могилу опять, он же оживет, и сама умерла. До этого безумного состояния иные доходят. Вот мы молились, видели из огня вылез, а там щад с водой. И, наконец, еще молились, подавали за него. У католиков прямо чистилище придумали, место очищения. За это платить надо. Если блудник, ну, столько-то, там, 1 миллион. Если блудился монахиня, 1,5 миллиона. Все разнесено. Вот эта индульгенция. Против чего восстал Мартин Лютер-то? И правильно, что восстал. И все это у них обман был. То есть вот это отношение к мертвым приводит к очень печальным последствиям. А вы молитесь? Каждый день молюсь. Молюсь о всех почивших в вере. Я просто молюсь. А какая польза? Да Бог его знает. Мне вот пишут, отовсюду звонят, в Америке, там Австралии, Европа там везде. Вот вы молились, мы вам позвонили, вы только помолились, и в этот же день у нас все исполнилось. Вы что подумаете, откуда я знаю? Молитва вообще ничего не значит. Значит, ответ от Бога, а ответ от меня не зависит. Да, я молился. Да, вы просили. Да, мы 7-кратно в день становимся на молитву. 3 святое и по 100 поклонов. То есть 1000 поклонов в день. Я каждый день мы ведем тут по интернету утренние молитвы. И считаем псалтырь. Но я ничего не знаю. Мне дано указание не ругать правителей. Мы молимся за Дональда каждый день. За всех правителей мира. Написано, молитесь за царей начальствующих. Я выполняю поручение Божие. Бог мне сказал, идите по всему миру. Я иду в тюрьмы, в разные места, в милицию, КГБ, вот только был, и везде свидетельствую. Это Бог повелел. Хочу я или не хочу, болею не болею, Он сказал, идите. И Бог дает. Мне 81 год, повторяю, я ни одной таблетки еще не съел. А что у меня, и руки выверчены, еще со мной только не делали власти. Ничего, все это там, за бортом. И поэтому, а хотели, чтобы за вас молились? Конечно. Умерла мать. А как? Упокой, Господи, это пожелание. В обителях небесных это пожелание. Усопшую рабу твою, Марию, она молилась до конца. Она мать наших братьев, сестер, 10. Она до конца была верной, другим говорила. А какая польза? Не судите прежде времени никак. 2 Коринфянам 5.10. Всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы получить соответственно того, что Он делал, живя в теле. А мать сделала, живя в теле, сеяла Слово Божие. И мы выросли, и мы ее поминаем. А может она в аду? Да нет, никак не скажу. Она была труженица, она соборовалась. Она причастилась перед самой смертью, прожила 86 лет. Она никого не судила, она радовалась в Боге, научилась считать после 50 лет только. 10 детей воспитала. Вот я говорю, как мое мнение такое. А может вы ошибаетесь? Да только делов-то. Ошибаетесь, не... мне радостно. Чувство любви не прекратилось. Она живая. Я держу, как бы, повторяю. Как бы сделать. Я наказал, как меня хоронить. Тело мое не обмывать. Откуда? И в страте жития святого есть. Хоронить меня в моих стоптанных сапогах. Рваных. Я покажу сейчас свои сапоги, вы скажете, да их никто не может носить. Вот минутку. Подождите. Показать вам. Вот не знаю, видно будет или нет. Вот сапог. А вот я иду, носок высунулся. Вот он. От сапога. Здесь везде дырки, даже репей.